Привет, Макс. Зачем пришел? Долгие разговоры приводят к плохому результату. Это я в кино видел. Да. Жалко. Я бы еще поговорил. Зачем? Почему, дачник, зачем? Это мое предназначение, Макс. Я должен его выполнить. Должен? Кому ты должен? Ну, может быть, люди? Сыну моему должен. Вале. Людям этим должен. Ты же все это уничтожишь. Да. Но это закон этого мира. Нельзя создать что-то новое, не разрушив старое. А тебе никого не жалко? Жалко. Даже больше, чем тебе. Ну, ты узнал об этом месяц назад, а я живу с этим много-много лет. Я должен разрушить этот мир. Это моя ноша. Я ее не выбирал. Так откажись. Отказаться не могу, Макс. Все очень сложно. Чем дольше я живу на этой земле, тем труднее мне выполнить свое предназначение. Но этому миру нужна перезагрузка. Дайте нам шанс. Мы сами справимся. Да давали, Мак. Давали. Много раз. Вы не воспользовались. Мы? Вы. А ты думаешь, для чего создана ОПРД? Для того, чтобы распределять вас. Направлять на правильный путь. Так и не надо нас никуда направлять. Мы сами справимся. У нас есть свобода воли. Есть. Это есть. Это главное, что отличает вас от других существ. Так и дайте нам ею воспользоваться. Дайте жить так, чтобы самим решать. Чтобы без распределения. Мы сами попадем туда, куда надо. Или пропадете. Пропадем! Пусть, но сами. Без вашего указания. Тачник, ты забыл, что есть свобода выбора. За 1000 лет ты забыл, что такое быть человеком. Ты забыл, что можно свою судьбу изменить, а не продлевать то, что есть. Вот этим мы, люди, отличаемся от тебя.